Вот так вот начинал Стив Джобс. Вот так вот и начинаем мы. Уникальная технология на коленке. Семен Турман тоже решил удивить свою девушку, смастерил костюм. Светящийся человек-цветок. И пошел в ресторан поздравлять любимую с днем рождения. Но меня охранники не пустили. Прямо на входе мне сказали: так, стоп, фейс-контроль, дресс-код. 3 часа Семен пытался прорваться. На улице мороз, костюмчик тоненький. В общем, чуть не схватил воспаление легких. Я знаю. Да, мы знакомы. Да. Так. Вот и встретились. Вот и встретились. Провалил 4 ниши. 5-е вот стрельнуло. 26 января я купил домен, оплатил сайт на Юми, запустил директ. А чем ты занимаешься? Светодиодные таблички. Светодиодными табличками? Да, я занимался световым шоу, помните, да, с светящимися игрушками, декоративная светодиодная подсветка, светящиеся роботы. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Семен, и я вам расскажу о своем проекте под названием «Прозрачная доска для записи видеокурсов». Здравствуйте, мы вас приветствуем на конференции EndCrunch в Москве в институте МИСИС. Твои клиенты кто? Те, кто занимается обучением. А, прекрасно, молодец. Твои клиенты все, кто занимается обучением? Да. Сколько клиентов у нас в стране твоих, которые занимаются обучением? Очень много. Безумное просто количество. Семен, а вот перед вами стоит именно такая доска? Да. А можно вот нам? Да. Вы пишете задом наперед? Нет. Но при этом при всем, допустим, вот если с этой доской там поколдовать, что-то сделать прям, не знаю, там как-то супер прикольное, такие доски, ну, можно, наверное, куда-то продавать очень дорого.